Дорогие товарищи, здравствуйте. 23 декабря 23 года мы в Краснодаре, в магазине Ашан. Вот мне всегда нравился этот отдел хлебный, ребята. Запахи приятные. Ассортимент шикарнейший. Смотрите, ёлки-палки. Чего здесь только нету. Каких только нету. Ну, голодная Россия полностью. Полностью. Хлеб посольский 300 грамм, 57 рублей. Так, идем дальше. Так, вот мне нравится. Хлеб сельский, овальный, 1 килограмм веса, подовый, 83 рубля, ребяточки. 83, красавчик просто, а. А это вот вообще какой-то, гляньте. 2 килограмма, 160 рублей. Ну, это целый каравай, ребята, гляньте. Просто прелесть. Французский багет, 320 грамм, 47 рублей. Красота. Хлеб деревенский, 100 рублями, 300 грамм, 27 рублей. Шикарно. Хлеб с луком 500 грамм, 80 рублей. Батон белый Ашан 400 грамм, 30 рублей, ребяточки. И пошло, и пошло. Сказочный отдел хлебный. Мини-багет с чесноком 150 грамм, 50 рублей. И пошло. Мини-багет с сыром 130 грамм, 40 рублей. С кунжутом 125, 20 рублей. И так далее, и так далее, ребята. Мини-багет по-деревенски. Деревенски. 15 рублей. Ребяточка. Россия умирает с голоду. Понимаете? Пора уже отменять санкции, иначе разжирели мы, дальше некуда, обнаглели, дальше некуда. Ну, конечно, покажу немножко и общий вид бедной России. Ну, ребята, кто понимает, почему я так снимаю, с этой иронией так или сарказмом, кому как, то поймет меня. Кто не понимает, тот не поймет. И не задавайте мне глупых вопросов. Все, будьте здоровы, ребяточки. Всего вам хорошего.